Привет, Москва! Че, подъебала нас пандемия, да? Вы готовы повеселиться? Первая песня, она про лесбийскую любовь. Называется она... Кристиан Стюарт! Следующая песня, о чем? Она о том, что я делаю с людьми, которые меня заебывают, которые постоянно нарушают личное пространство мое, а оно для меня очень ценно. Следующая песня называется «Я удалю тебя из друзей». Цените личное пространство. Yeah.
Мы играем не одни. Сегодня с нами играет брас-бэнд Мегаполис. Прошу вас приветствовать, ребят! Вообще идея выступить с брас-бэндом пришла абсолютно спонтанно, потому что, блядь, ну прикольно же. Ну типа круто. Охуенно, да. Поэтому мы продолжаем. И следующая песня, она про то, что иногда жизнь складывается так, что с самого рождения ты попадаешь в не самые благоприятные обстоятельства, и тебе приходится справляться с такими проблемами, как неблагополучные родители. Вот. Следующая песня называется «Таксолёт». Это, блядь, как сложно. Ты просто решил меня загрузить, видимо. Давай поговорим с тобой, как никак без тебя. Я вырос во дворе, но
Привет. А мама твоя тут? Привет! Здравствуйте! Прикольно, это мой кореш из Ленинграда. Люблю. Следующая песня, дорогие друзья, она о любви, которая хуёво закончилась. И вернула к тому, что я стал очень замкнутым чуваком. То, что люди превратились для меня во что-то такое, да. Называется она «Я ненавижу вас всех». Здесь все так, что любовь могла смотреть в фотографии горимые, сжечь ее на костре, чтобы имя не забыть, набить его на руке, потом пропака. Теперь мы Москва! Все одинаковые. Сейчас наши дорогие друзья отправятся немного отдохнуть, а мы с вами продолжаем. Чилим. Следующая песня, как никогда, подходит. Лиза, как называется это умное слово про карантин, про ограничения? Локдаун? Что это такое? Что-то... Блядь, я сел, выебался, нихуя не получилось. Я не так достаточно, но я был слышен всем головой. Следующая песня, друзья, как никогда подходит ко всем условиям, сопутствующим мероприятиям, которые мы проводим в последнее время. Называется она... Сегодня не пойдет, скажем. Да, там, где можно не знать текст, можно знать одно слово в припеве. Именно одна песня. Эта песня. Мы выросли там, где нет нормы, морали, поспирали, не знали, не стали близко
войны. Сегодня не пойду, мне не спим. Мы готовы? Следующая песня, дорогие друзья, она про путь человека, про путь каждого из вас, каждого из тех, кто присутствует сегодня в зале, про сложный путь. Ведь на пути каждого человека встречаются неприятности, которые приходится преодолевать. Иногда преодолевать неприятности очень сложно. Вот. Знаете, чего я хочу пожелать вам? Московцы, москвичи, москаляне. Я хочу, чтобы каждую неприятность, которая встречается у вас на пути, вы выебали в рот. У меня очень хорошее настроение сегодня. Я сейчас слышался по концертам, чуваки. Следующая песня называется «Тунэйшн под холмом». И это настоящий мать-умор рейв. Вы покажете мне, что такое рейв Москва. Делайте круг. Я хотел, как не формал.
стороны задумывался, какого хуя? Ведь все начиналось с милых песен про любовь. Почему мы превратились в то, во что выглядим сейчас? Мне кажется, самое время вернуться к самому началу сейчас. Следующая песня, дорогие друзья, она не про кровь. Не про... Что? Тапок? Ты нашел тапок? Кроссовок? Давай. Па! Чувак, ты очень хуёвый баскетболист. Как минимум. Следующая песня, она... Она о... Ты любила когда-нибудь? Ты когда-нибудь любила? По-настоящему? Никогда? Я тоже. Но я хочу пожелать каждому человеку в этом зале полюбить, ведь любовь — это самое сильное, блядь, чувство на земле! Следующая песня называется «Осень». В комнате бардак, на руке бардак с ее именем. Мама, прости, я не хотел, чтоб ты видела одна тихая рутинная утро. Это не круто, круто. Листья просят руку помощи, но их не слышат. Следующая песня, на самом деле, самая крутая работа про любовь, которая у меня вышла за мои 19 лет. Я действительно очень горжусь этой песней. Она очень красивая, выдержанная стилистически и кажется, передает то самое чувство, вот, знаете, чистое, беззаботное, летящее чувство влюбленности. И мне кажется, что нет чувства круче, чем это чувство. Thank you.
на пути твоем, значит, увидеть и умереть. Но просто смотреть стоит дороже, чем знать, что ты хочешь уйти. Одинокий маски, как еще счастье рядом с тобой. Я начинаю дышать, и мое холодное море теплит с каждой волной. Узнал бы ты, как мне грустно, что я смогу предложить. Одинокий айсберг и вся моя жизнь. Не плачь, пожалуйста, сотруда. Для тебя. Тоже такой прикол был. Ну ничего, прорвемся. Вдруг тоже станет сразу звездой. Ладно, речь не об этом. Речь не об этом, дорогие друзья. Речь о следующей песне сейчас пойдет. Следующую песню мы нарочито писали по всем канонам новомодных движений. И искренне надеялись, что она никому не понравится. Но, блядь, она понравилась, сука, всем. Я считаю, что все-таки у нас публика немного не у нас конкретно, у группы «Квартина Ринпост», а вообще, менталитет музыкальный наш. Он вообще почему-то, ну, очень навязан к этому моду на звучание. Вот. Мне было интересно, если я нарочито сделаю такой трек, он реально всем понравится, и, сука, он всем понравился. Но, не совру, наверное, вам сейчас, меня даже чуть-чуть качали. Следующая песня называется «2001». Я вас услышу.
подошел Даня и сказал, ты еще не придумал оправдание, да? Поэтому, чуваки, надо петь громче на вступление в этой песне. Короче, Даня забыл партию. Ну там типа такая тема. Что-то такое. Хочешь под метроном ее подняться? Нет? Ну и нахуй эту песню тоже. Ну ладно. Ну это в стиле группы «Папиллярин космос». Похуй, похуй, правильно, похуй. Если что-то сложнее, чем кажется, то похуй. Тогда в таком случае нужна помощь зала, дорогие друзья. Дорогие друзья, нам нужно позвать нашу замечательную команду. Команду трубачей. Я вам подскажу, что делать. Слово очень простое. Мегаполис. Мегаполис! Я говорю, все, вы остановились. Давайте продолжим. Мне надо гитару построить. Мегаполис! Следующая песня, дорогие друзья. Она замечательная, как и все остальные мои песни. Потому что я охуительный чувак. Безусловно, но это не так важно сейчас, как важно то, что следующая песня — это все-таки обращение к моей замечательной маме, которая сейчас в Волгограде дома ждет меня. И эта песня о становлении меня как музыканта и о том, как изначально как бы не все, наверное, верили, что все получится. Но выпустить ее нахуй тогда, что я сказал. Я считаю, что все почти получилось. Следующая песня называется «Мама говорила нельзя». Thank you.
Ну что, Москва, сейчас я попрошу всех, кто сидит за баром, встать. Потому что эта песня стоит того. Я даже не буду никакой представлять, вы знаете, что делать. Особенно чуваки, которые обычно делают клуб. Вот вы особо попрессаете, что делать. Объятие — это прекрасно, конечно. Объятие — это заебись, Лёня. Вы можете пообщаться после концерта, наверное, дорогие друзья. Я понимаю, что мы зря на припеве, блядь. Но давайте повеселиться, может быть, потом. Ничего, все окей. Я садился, хочу всегда идти. Твоя бога услышал прикольный мотив. Надо скоро оказаться, отрывала труба. Сегодня играет подражная дроба. Меня все знают, я не знаю, один. Барабан, все кабинети. Барабан, улыбаюсь, друзья, мой стакан. Вот знай, что мне нужно, он мне так. Мой пятый день, кто-то подошел. Песня, дорогие друзья, на та американская баллада о любви, да? А вы сюда, да? Живочка снова дает. Слушай, песня, она. Это американская баллада о любви, которая подростковая любовь. Вот эта песня о подростковой любви. Так что вам подходит. Мне тоже. А подростковой любви, которая не приводит абсолютно ни к чему, кроме краха. Знаете, это первая любовь, которая.
которая должна произойти, которую ты строишь огромные планы, дети. Дети, жизнь, дерево, собаки. Но никогда не получается, никогда не получается, потому что когда мы молодые, мы сюда еще четвертую балочку приделали. Чувак мне подкинул, понял, свечку, типа, туда. Вот это жест уважения, просто въебал мне гранату на пути. Ну ладно. Спасибо, братан. Я не понял, тебе нравится концерт или нет, но мне в любом случае приятно. Люблю, когда что-то кидают на сцену. Кидайте на сцену сиськи. Ладно, вечный обед. Время следующей песни, которая называется «На сломанных каблуках». Thank you.
тяжело ему петь со мной. Мне понравился этот концерт, я думаю, не один. Следующая песня, дорогие друзья, она она о потере смысла. О потере смысла, мне кажется, каждый уважающий себя человек проходил через эту стадию. Знаете, как надо просто понимать, что, блядь, по натурали все круто, но счастлив ли я? Вот. Следующая песня называется «Аллилуйя». Это одна из самых сильнейших работ. Я очень горжусь песней «Аллилуйя». Чувствую, оно стало. Но тебя не слышит. Я... Стоп, дай. Опять что-то наебнулось. Что, слова не те? Меня так мало. Почувствуй, меня так мало. Ты другое сделал. Короче, меня сейчас другое просто так себе. Я был прав, я понял, да? Почувствуй, меня так мало. Пиздец, немного ближе. Ты все поймешь. Оно устало, но тебя не слышит. Бьется и валит, и дышит, будто нас летавшись через боль. И сердце мне шрамы, добрая. Хочет на кружу взорваться. Зачем мне скрыть ни о чем, мне все равно.
от песни, написанной Давидом Сахилоевым уже в более-менее сознательном возрасте, переходим к песне, написанной Давидом Сахилоевым в менее сознательном возрасте. Ну, так как аудитория наша, в большинстве своем, представляет собой людей в менее сознательном возрасте, я думаю, вам понравится сегодня эта композиция. Она называется «Школа». Не качайтесь, забыл выключить тюнер, чувак, я думаю. Нихуя я не забыл. Спасибо. Давай. Не качайся на стуле, не слышишь, не смей ко мне говорить, но тебя все равно не услышат, ты лучше запрет на слово из небу. Не качайся на стуле, не слышишь, ты меня кричишь, не помню, но открывайте, играйте, записывай. Моя социальная робот, я здесь уже 40 лет, моя передача, это вообще не обитание к станции.
Спасибо, спасибо. Да нельзя на ноль делить. Я понял, я понял, я понял. Но на самом деле похуй. Кто-нибудь уже первый раз пытался делить что-то на ноль? Ну и как? Мне кажется, вы отвечаете мне недостаточно искренне, Москва. И следующая песня, она как раз об этой черте темперамента. В этом качестве каждого человека, который называется «Искренно». Друзья, она о том, что мы все без денег с вами. Без денег. Но несмотря на это, мы находим кучу времени на то, чтобы заниматься полной хуйней. Вы любите заниматься хуйней? А зачем? Зачем вы занимаетесь хуйней? Хуйней заниматься абсолютно не обязательно. Можно заниматься любовью. Вот любовью заниматься прикольно. У меня нет. Следующая песня, она примерно об этом. Называется «Не назад». Звезды воды и снега, как всегда, так красиво, но как-то прямо.
серьезно. Она была написана в городе Санкт-Петербург не так давно. И это еще не вышедшая композиция группы «Фенолем Пост». Но, возможно, многие из вас на нее натыкались где-нибудь. Вот, дорогие друзья, если честно, открою вам себе. Сегодня мы снимаем что-то вроде клипа на эту песню. И от вас нужно меньше всего. Вы должны разъебаться. И припев очень прост, дорогие друзья, он звучит так. Я ненавижу музыку. Слышал ноту, не надо начинать тут, а то нам вообще концерты запретят. Итак, традиционное предисловие к этой песне звучит так. Спасибо, что ты сделала меня миллионером.
Ну что, вы готовы к последней песне? Это традиция. Лёля, забери плакат. Передайте, пожалуйста, плакат. Мы действительно скучали. Спасибо за отличный концерт, Москва, вы супер. Но все-таки это еще не все. Все-таки это еще не все. И по традиции заключительной песни на нашем концерте является одна из моих любимых, мать ваша. Я люблю играть эту песню. Вы любите слушать эту песню, вы будете отрываться от нее. И давайте сделаем это как в последний раз, друзья. Вы готовы? Я хочу увидеть самый большой хоровод, а потом самый жесткий снег. Или меня просили не говорить. Я уже... Блин, ну ладно. Мне пух. Для начала нужно бы построить гитару. Даже не успею сказать, что последняя песня была. Все-таки я думаю, панк-рок коллектив. Я отдаю дань. Отдаю дань этому движению сейчас. Видит Бог, я прав. Вы готовы, Москва? Особенно ты, чувак, я знаю, что ты готов больше всех. Я сэкрит, 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 я сэкр